Всем привет! Хочу очередные клиночки показать, которые я сегодня сделал. Вот такой вот клинок из стали H12F1. Вот из-под гриндера у меня такая слесарочка сейчас на них. Большой хвостовик здесь 13 или 14 сантиметров. 4 толщина. Вот такой вот обух. И вот поменьше для Володи из Одессы. Здесь 10 сантиметров, здесь 11, здесь 10. Такое вот сведение тоненькое. Вот такие клиночки. Ну, надо еще дотачиваться, полироваться. Спуск будет. Вот слесарка. И та же самая здесь. Скоро будут лесорубы. Всем спасибо за просмотр. Пока.